Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Буянов Дмитрий, я любитель-художник. Мы сегодня продолжаем с вами говорить о картинах русской живописи. И сегодняшняя картина, которую мы будем разбирать, она называется «Зимние бега». Мы будем сегодня разбирать информационное воздействие этой картины, а также характерные черты русской живописи именно на этом плане. Характерной чертой русской народной живописи является передача исторически реальных сюжетов, в которых с одинаковым вдохновением передаются народные традиции, быт и пейзажное восприятие природы. Картина «Зимние бега» рассказывает об удалых зимних гонках на санях, запряженных доброй конской тройкой. Это не бездельное празднокатание, это часть повседневной жизни того времени. Видно, как возничий возбужденно покрикивает на своих коней, а те в свою прыть несутся по указанному направлению. Разгоряченная энергия удали и морозный зимний пейзаж соединены с такой гармонией, что зритель может на себе ощутить и горячее дыхание скакунов, и вспорхнувших, напуганных гонками ворон, и треск мороза в зимнем лесу, и даже брызги вспушенного под копытами снега. Очевидно, что время суток, изображенное на картине, это зимний вечер. Еще немного, и тьма накроет опушку леса. Будет сложно добраться до дома, и именно поэтому ямщик не жалеет сил своих скакунов. Доволен всем происходящим попутчик. Он радостно наблюдает в зимних санях за такими гонками. Его не пугает морозный ветер, обжигающий лицо, напротив. Видно, что распахнутая ушанка на голове и расслабленный тулуп дополняет горячее настроение зрителя. Картина является словно и григориальным окном, связующие зрителя и стародавние времена народной удали. Традиционный зимний мотив придает восполнение свежей, молодцеватой энергии окружающим. Картины великолепно подходят для размещения в гостиных залах, офисах, домашней столовой. Мотив будет постоянно подпитывать эгрегориально зрителей силой жизнеутверждающего характера.